Любителям китайских смартфонов посвящается новинка под названием BlackQ R6. При цене чуть более $100 он вполне способен удивить. Чем удивить? Ну, например, тем, что в нем 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта внутренней памяти. Также здесь замечательная камера с супер просветленной оптикой для фотографирования ночных сюжетов, а также оптическая стабилизация, которая работает за счет сдвига линз. Согласитесь, для бюджетного телефона вполне цепляющие параметры. Ну давайте, скажите, что вам эта модель не интересна. Думаю, что это не так. Остальные параметры: двойная светодиодная вспышка, 5,5-дюймовый экран с защитой Gorilla Glass 3 и стеклом 2.5D. Разрешение экрана Full HD. Процессор здесь MTK6737T. Несколько разогнанная версия по сравнению с обычным 6737. Видеокарта с 3 ядрами, что, конечно же, тоже прибавит производительности в играх по сравнению с обычной Mali T720. Сети поддерживаются следующие: 2G, 3G, 4G. Есть поддержка GPS и GLONASS. Аккумулятор на 3000 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки от MediaTek. Само собой, 2 сим-карты, Wi-Fi, Bluetooth, смарт-жесты, Android 6 версии. Где купить BlackQ R6, ты узнаешь в описании к видео, а также получи возможность экономить огромное количество средств вместе с сервисом возврата денег. Ты покупаешь, деньги возвращаются. Загляни в описание.